То, что создала компания Лорелея, это день, директорский день, это день Лорелея в городе, это мероприятия, которые предполагают и обучающие семинары, и различные площадки. И самое главное, это неформальное общение, длительное, ничем не ограниченное, проблемы можно обсуждать, делиться опытом между собой, со специалистами. Это уникальное такое мероприятие, которое компенсирует эту недостачу персонального, профессионального общения между владельцами, между управляющими, между консультантами, специалистами и салонными предпринимателями. Нет, не на выставках, нет этого в интернете, нет этого на форумах, потому что то, что говорится, то, что передается через непосредственное общение, ничем заменить на сегодня нельзя. Учительно для нас, даже для людей, которые в бизнесе уже не один год, показаны некоторые моменты, например, о проверках, о необходимой документации, которой мы владеем, но какие-то нюансы, может быть, мы как бы здесь подчеркнули что-то новое, потому что мы эти нюансы не знали. Есть какие-то вопросы, которые я знала, есть, которые совершенно для меня новые, спорные, но не хотела быть консервативным человеком, а хотелось бы быть человеком, который стремится к успеху, благополучию, к удаче и на примере наших коллег, которые сейчас выступали. Мне очень понравилось, будем думать, как это на своей практике использовать. Сотрудничаем, и я постоянно заказываю одноразовую продукцию. И, конечно, с удовольствием всегда посещаю все учебные какие-то мероприятия. Понравилось все, и организация чудесная, и выступающие лекторы были на высоте. И я думаю, что в дальнейшем тоже мы продолжим наше сотрудничество, и можно будет посещать дальнейшие учебные какие-то мероприятия компании. Побольше таких семинаров, потому что действительно есть чему поучиться, и я услышала много нового для себя. Спасибо. Не первый раз на открытых дверях компании Лорелея. Мои впечатления, ну, более чем положительные. Скажем так, очень нужное мероприятие, где директора салона могут прийти и в одном месте получить массу информации, семинары, зарегистрироваться на какие-то интересные другие события, например, на премию выбора профессионалов, выиграть призы, стать победителями салона года в дальнейшем. Да? Ну, как бы все это в одном месте, мне кажется, это очень интересно и положительно для рынка, потому что, как бы, все знают, есть выставки профессиональные, да, но там как-то все разрознено и много шума, мало впечатлений, а здесь все по делу. Впечатление хорошее. Разного рода семинары помогают салону вырасти, поднять свой уровень и в сервисе, и в общении с клиентом, ввести какие-то новинки. Молодцы, потому что очень много нового.